Добро пожаловать в мультик, перезалив видео World of Warcraft. Как открыть расу ночнорожденных? Подпишитесь на канал, и нам потребуется достижение восстания. Изначально нам нужно сделать всю кампанию у ночнорожденной чародейки, открыть вот это вот место их локации, где они находятся, взрастить им дерево с маной, пройти разные квесты в Сурамаре. Затем нам предстоит взять еще дальше другие квесты. На самом деле это очень долгое достижение проходить. Открыть кучу разных мест для телепортации с помощью вот этой вот маны. Пройти разные квесты, даже в Вольшару нам придется слетать, чтобы собрать там оружие и вернуться назад. Так, повоевать с разными существами в Сурамаре. Кстати, советую проходить эту всю цепочку квестов на уровне, превышающем уровне мобов персонажей. Уровня мобов. Я проходила эту цепочку на 55 уровне, и это было все легко сделать. Толпа всяких разных агрессивных существ в Сурамаре. И легко. Я даже смогла сделать квесты в подземелье. В подземелье мы зашли, и нам необходимо было... Подземелье называется «Квартал звезд». Я не знаю, насколько это было критично обязательно прохождение этого подземелья для достижения, но я это прошла. Потому что туда был квест, я решила его сделать на всякий случай, но, скорее всего, оно не обязательно. Здесь был такой квест, что нужно сначала по одному их вытаскивать. Для этого мы идем на вот эти кружочки, отвлекая их внимание. И они по одному выходят, и каждый раз мы их убираем. Потому что иначе, когда они набрасываются толпой, это просто невозможно пройти. Следующий квест в этом подземелье, нам нужно зайти на вечеринку и найти шпиона. И здесь нужно поговорить с разными людьми и найти того, по их подсказкам, кто является шпионом. Сделать это было очень сложно. Вот я его нашла, вот он такой. И он потом напал. Дальше мы идем, открываем еще разные порталы в разных местах, потом проводим атаку. И на этот сброд мятежники возлагают надежды. Калдорай, вы предали свое прошлое. Прячетесь по лесам, укрываясь притворным благочестием. Вы стали дикарями, как ваши соседи-тролли. Кельдорай? Простолюдины, возомнившие себя знатью, но охотно идущие на кровосмешение с низшими расами? Вы недостойны зваться высшими эльфами. Синдорай? Я думала, из всех эльфов хотя бы вы поймете мой выбор. Ведь я спасаю свой народ, но вы спутались с отребьем и монстрами. Все вы предали свое наследие. Забыли о древней силе, что принадлежит нам по праву рождения. Так пусть этот неудавшийся мятеж станет уроком всем, кто бросит вызов Шалдорай. Собираем разные вещи. Делаем порталы, атакуем всех, и наша цепочка заканчивается в цитадели ночи. У входа в цитадель ночи мы идем вместе с нашей чародейкой Талистрой и вместе с Кангаром к этому подземелью. Здесь они останавливаются, мы получаем достижение восстания, в подземелье можем не ходить, но можем сходить. Если вы проходите это на максимальном уровне, вы можете в одиночку справиться с этим подземельем. Но я туда не ходила. Давайте мы посмотрим теперь квест, который мы получаем за это достижение. Мы идем с вами в посольство союзников в Гаримаре и получаем от Подарина квест. И давайте мы его с вами пройдем. Я покажу основные моменты этого квеста. Леди Леодрин, приветствую вас. Я рада снова видеть вас в Сурамаре, особенно в нынешних обстоятельствах.
А я рада, что ваш город снова свободен. Без вашей неоценимой помощи это было бы невозможно. Именно такие союзники, как вы, помогли Орде одолеть Легион. Когда я впервые услышала об Орде, мне показалось, что мы не сможем найти общий язык. Я думала, что мы скорее сблизимся с нашими сородичами из Калимдора, но просчиталась. Чародейка Талисра, я помню, на чьей стороне твой орден был в войне древних. Откуда нам знать, что ты не предашь нас и не станешь новой Элисандой? Или Асшарой? Мы не будем рабами Ночного колодца. Мы изгоним легион из Сурамара и положим конец тирании Элисанды. Колдарай будут сражаться, пока легион не падет и колодец не будет разрушен. А дальше Элуна укажет нам путь. Похоже, мудрость Элуны затуманила разум Тиранды. Ну что ж, да будет так. Она относится к Синдурай с тем же презрением. Но пока ее сородичи отсыпались в норах и прятались в лесах, именно мой народ защищал Азерот. Альянс отгородился от мира непреодолимой стеной. Мы же больше не хотим жить в изоляции. Поэтому я признательна вам за приглашение в Лунасвет. Я бы хотела узнать, найдется ли в вашей Орде место для ночнорожденных. Это честь для меня, леди Ветрокрылая. Силгрин рассказывал о ваших подвигах на Аргусе. А для меня честь познакомиться с вами, первая чародейка. Впрочем, не буду вам мешать. Пожалуй, вернусь позже. Вздор. Что бы ты ни хотела сказать, сделай это перед нашими гостями. Как пожелаешь. Верховный король Андуин Рин предлагает... Я-то надеялся, что ты просто соскучилась по Лунасвету. А ты явилась просить за мальчишку короля Альянса. Я разочарован. Какие серьезные слова, лорд Имар. Ты их сам придумал? Или просто повторяешь то, что приказывает твой вождь? Ты сомневаешься в моих словах, но можно ли верить твоим? Не ты ли покорилась повелителям бездны? Что они нашептывают тебе? Что ж, похоже, мое предложение было взвешено и отклонено. Но прежде чем я уйду, позволь кое о чем попросить. Я 1000 лет не видела солнечный колодец. Можно мне взглянуть на него хотя бы раз? Не думаю, что мы можем ей доверять. Вдруг она... Что бы ни случилось с Алерией, она остается дочерью Кельталаса. Я не могу запретить ей посетить нашу святыню. Первая чародейка, я буду рад, если вы присоединитесь к нам. Для меня честь увидеть солнечный колодец, лорд Эмар. Кстати, друзья обычно зовут меня Талисрой. Ромат! Открой портал, пожалуйста. Следуйте за мной. Вот такая история, друзья. У меня почему-то не работал портал в Оргримар из Лунасвета. Хотела сказать, Сильвермун привык. Давайте мы их посмотрим теперь. Здесь нарисована вот такая кошка, когда вы создаете охотника. Смотрите, какие они красивые. У них руны на теле. Шли годы. Азерот менялся вокруг нас, пока не оказался в руках Легиона. Теперь нашему народу предстоит снова завоевать свое место в Азероте. Отправляйся к нашим новым союзникам, сражайся вместе с ними и докажи силу и благородство ночнорожденных. Ага, кошка-то была несколько не другая, да? Ладно, и посмотрите на этого шикарного маунта. Очень красивая пантера.
Я тут бегала туда-сюда, оказалось, не надо было никуда бегать. Вы можете осмотреть эту территорию. Судя по всему, сюда больше никак нельзя будет попасть. Это не сам Суромар, а какая-то отдельная часть, которая подготовлена специально для вот этих вот начинаний, для этих квестов. А другая часть введена для основных квестов, которых когда нет достижения. В общем, судя по всему, сюда больше не попадете. И просто спускаетесь сюда вниз по лестнице, где вас ожидает портал Воргеймар, где вы получаете сообщение от Сильваны и можете начинать играть за Орду. Вот так, друзья, мы с вами открыли Ночные Рождённых. Подпишитесь на канал Мультик Плеер, желаю вам удачи и пока-пока. Советников не врут, тебя ждет большое будущее. Ночнорождённые — мудрый и могущественный народ. Ваши древние знания нам обязательно пригодятся.